Живописная картина брестского благоустройства – заслуга работников городских служб. Ведь именно они на постоянной основе делают так, чтобы наш любимый город с каждым разом становился только краше. Сегодня, когда в городе над Бугом наблюдается погода, способствующая быстрому росту травы, на улице города выходят работники ЖКХ с триммерами в руках и наводят порядок на земле. Ожидали, что трава пойдет в рост. Она начинает расти не поочередно по улицам, как мы ее планируем косить, она начинает расти везде и сразу. Поэтому создается такое впечатление, что где-то она меньше, где-то она больше, где-то солнце больше, где-то воды больше, на каких-то улицах ее уже впору косить, а на каких-то улицах она еще сидит и вполне покос может подождать. С мая по сентябрь – вот тот самый период, когда работа по покосу травы в городе кипит. Но на этот раз сезон начался на 2 недели раньше. На сегодняшний день мы еще не вышли на, скажем так, полные мощности работы, потому что еще заканчиваются сезонные работы по посадкам, по обрезкам, поэтому часть людей задействована там. На сегодняшний день работает 4 бригады у нас. Объем и работ, и основной объем людей, это уже будет непосредственно перед майскими. То есть я думаю, это будет конец апреля, мы уже выйдем на полный фронт работы, что все наши люди будут задействованы касательно именно на покосе. Сегодня в арсенале предприятия есть газонокосилки, триммеры, ручные мотокосы, современные кусторезы и, конечно, самоходные косилки-райдеры. Техника вся проходит техническое обслуживание, потому что после сезона покоса ее надо и поменять запасные части, и поменять масла, фильтра, также режущие элементы, ножи. Сейчас на данный момент находится на балансе 10 единиц техники, это мы говорим про газонокосилки, средства малой механизации. Также полностью укомплектованы, кстати, триммеров, это порядка 24 штук. Постоянно находятся какие-то в работе, какие-то в ремонте, в подмене, потому что техника работает, можно сказать, 12 часов в сутки, то есть износ и нагрузка на нее идет колоссально. Силами городских служб благоустройство будет продолжаться и дальше. Это и уборка городских улиц, покос травы, высадка цветов и прочие виды работ.